Фестиваль «Студенческая весна» перевалил за экватор. Во вторник свой концерт показали студенты экономического факультета ЧГУ. Какая тема заинтересовала экономистов в этом году, смотрите в нашем следующем репортаже. Концерт этой команды всегда проходит при полном аншлаге. Экономический факультет не раз завоевывал переходящий кубок студенческой весны ЧГУ. Сами артисты признаются, удерживать пальму лидерства помогает сплоченность. К подготовке яркого шоу подключаются все, и даже выпускники. Каждый год членов жюри и зрители-экономисты удивляют оригинальными историями. В этот раз главный герой студвесны попадает на остров. И здесь его встречают не совсем радушно. Так что здесь происходит? Для исполнителя главной роли нынешняя студенческая весна особая. В этом году он заканчивает вуз. Конечно, признается артист, хочется победы. Для нее все средства хороши. К своему концерту экономисты начали готовиться задолго. Шикарные декорации, необычные костюмы, особые украшения общей картины. До мелочей студенты оттачивали каждый номер. Все танцы им помогали ставить профессиональные хореографы. Это прежде всего массовые танцы, конечно же, где мы из года в год собираем до 100 человек, которые одновременно находятся на сцене. Нечто грандиозное, в общем. Вот в этом году тоже не отстаем. Сегодня мы не превысили 100, но где-то 80 было. На своей студвесне экономический факультет не привык экономить. То настоящий мотоцикл в номерах задействует, то автомобиль выкатят на сцену. В этот раз зрители попытались поразить эффектным дефиле. По импровизированному подиуму сцены ДК ЧГУ проплыли гигантские рыбы, медузы и осьминог. По задумке авторов, все это фантазии главного героя. Отдельные номера действительно впечатлили. Вот, их подача, безумно классный танец, наконец-то прекрасный вокал, очень яркий, чувственный. Вот, то есть есть 100% десятки с моей стороны, я думаю, со стороны других членов жюри. Пока экономисты по заработанным баллам в пятерке факультетов. Удастся ли им остаться в лидерах, покажет время и концерты еще 5 факультетских команд. До финала осталось совсем немного. Переходящий кубок победителям вручат в конце апреля. Татьяна Молокова, Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Республика.